Так, ладно, продолжаю обзор детских книжек, детской литературы. Такой достаточно интересный экземпляр издательства «Азбукварик», «Азбука мультяшек». Голосовая книжка. Слушай буквы, слова и мелодии из мультфильмов. Так, посмотрим, что у них с противоположной стороны. Как здорово учить алфавит вместе с героями любимых мультфильмов. Они ждут малыша на каждой страничке нашей удивительно красочной азбуки. А еще эта книжка говорящая и музыкальная. Стоит малышу нажать на кнопки, он услышит букву, слово и забавную мелодию из мультфильма. Так ребенок будет получать новые знания при помощи взрослых. Нажимая на кнопочки, слушай буквы, слова и веселые мелодии. Посмотрим. Вот эта половина, да какая половина, это даже больше. Открывается, и здесь Антошка, Белоснежка, Волк, известный персонаж Герда, Заяц, Жар, Птица и так далее и тому подобное. Буква П. Вот и понятно, может быть, для ребенка будет понятно, как писать. Палочка наверху, и вниз две палочки, и буква П. О, круговое движение против часовой стрелки. Почему-то они по часовой стрелке, вот я имею в виду. Ну да ладно, давайте мы посмотрим, что буква Ш. Ну вот выключить я не нахожу где. Ну, в общем, понятно, такая книжка. Ребенку она нравится, иногда он просто, ну, естественно, в зависимости от возраста, кто понимает, тот понимает, буквы уже знает, он находит, ему видит, допустим, фея, нажимает букву F. Но иногда просто, если ребенок маленький, он нажимает эти кнопки и слышит те слова, звуки, которые он до этого показал. Здесь также предлагается написать букву фломастером. Антошка, Герда идет здесь, ежик в облаках и другие. Так сходу и сам не вспомню. Паровозик из Ромашково. Я тут отчасти специалистом стал по детской литературе, по детским мультфильмам, героям. Так, и вот здесь три батареечки идет, мизинчиковые. Ну, я заказал на Алиэкспрессе батарейки, зарядное устройство, так что с покупкой у меня сейчас проблем нету. Только меняю. Где-то подсели. В общем, такая книжка тоже неплохой вариант. Может быть, не обязательно must-have, который должен быть в наличии. Но я считаю, что не лишняя будет покупка все-таки для познания ребенком всего то, что связано с мультфильмами.